Эх, ну как же бывает? Вот когда ты не встаешь рано утром, это я сейчас про себя. Ну, встала, конечно, я в 10, не совсем поздно, но мой завтрак, а на самом деле это уже обед, был во время обеда. И поэтому, когда я пью витамины не с самого утра, я могу их забыть. Представляете, я чуть не забыла свои любимые витаминки. И вот я уже хотела выходить из дома, даже не выпив их. Поэтому сейчас я вот их буду пить. Вот такие вот витаминки. И, кстати, обед-то ведь у меня уже был. Прошло сколько-то времени, часто как минимум. И поэтому мне одна девушка сказала из моей команды о том, что можно вот эти витамины не только пить после еды сразу, как это всегда делала. Вот утром я пью эти. Итак, как нужно правильно пить вот эти витамины Wellness? Здесь вот 21 упаковочка идет. Вот столько у меня осталось. Можно сказать, только распечатала. Значит, утром, когда я встаю, я завтракаю, как и любой человек. И вот вместе с завтраком выпиваются вот эти витамины. Они лучше всего усваиваются именно вот по утрам. Вот здесь вот 2 омеги-3, астаксантин и все витамины, все минералы. Вот. Вот откуда моя молодость, красота, энергия. Ну и не только. Не только это. Дальше. Это к вопросу о том, когда меня спрашивают, как я так потрясающе шикарно выгляжу. Есть еще секреты, но не сейчас. Итак, так как прошло сегодня уже после того, как я поела уже достаточное количество времени, меня одна девушка из моей команды Наталья научила вот что делать. Есть вот такой... Итак, как меня научила девушка из моей команды, как она, видимо, это делает? Итак, так как еще раз говорю, прошло время уже после моего завтрака, либо обеда, кто когда пьет витамины эти. Значит, оказывается, можно вот этим коктейлем, wellness коктейль есть такой, и вот такой вот шейкер к нему идет. Я туда обязательно налью водичку и разбавлю. Вот такой вот он в порошке вот идет, видите? Вот тут мерная ложечка есть, одну ложечку достаточно. Вот. Итак, значит, я разведу коктейль и просто выпью, запью вот эти витаминки. Вот, оказывается, так тоже можно. Представляете? Вот, поэтому я сейчас это сделаю и еду в офис. Все. Так. Хотела сделать фотографию, а у меня, оказывается, видео пошло. Так что всем привет. И сейчас я хочу еще себя сфоткать. Потом позже, а сейчас самое главное, хочется быстрее выпить витаминки. Пошла я разводить коктейль и вернусь. Вот этот коктейльчик я буду разводить. И вместо еды будет коктейль. Ну а что, коктейль? Это и есть наша еда. Пошла разводить коктейль. Ну вот, налила водичку, показываю, потому что меня многие спрашивают, как это правильно делается. Так, сейчас. Вот, смотрите, вот мерная ложечка. Кладется вот сюда. Раньше я пила, это разводила с молоком. Так, ну сейчас мне больше хочется именно на воде. Потому что на самом деле вода, но она точно чистая. Молоко не знаю. Вот, поэтому лучше на воде. Вот смотрите, вот мое ценное, драгоценное мое здоровье, энергия, молодость внутри, молодость снаружи. Вот такой вот коктейльчик. Распечатываю витаминки, кладу их в ладошку. Вот еще спрашивают, какой очередности их пить. Да все сразу. Вот это я делаю вот так. И сейчас я просто запью коктейлем.
ценный продукт. А, все до капельки.